Я однажды столкнулся с графой против всех. Лет, наверное, 15 назад один из регионов, когда еще графу-то не отменили, один такой район на севере Москвы проголосовал против всех. И в этот район ломанулись все, кто пролетел на своих участках. И там за 2 недели нужно было прямым голосованием выбрать депутата. И пролетело аж 32 человека, пролетевших где-то. И вот они за две недели устроили там такую вакханалию. Дело в том, что, ну, можете себе представить избирательный участок, на стенке которого висит 32 предвыборных программы, 32 морды такие, 32 лозунга. Каждой бабе по мужику, в общем, за достойную жизнь, за счастливое детство и так далее. В каждый детский сад, в каждую школу зачастили все эти представители и сами вот эти вот избирающиеся с подарками. Я думаю, что у каждой учительницы сейчас у них появилось 32 блокнота для записи, 32 визитницы, 32 авторучки с именем депутата. Ну, там конфетки там какие-то. Три сельских клуба, которые у них есть в этом районе, они были забиты до отказа этими артистами, потому что каждый депутат тащил за собой культурную программу. И такая песня года в каждом из них шла с утра до вечера. Перепуганные жители совершенно не работали. Они сидели, смотрели на Пугачевых и Киркоровых и думали: «Ёкарный бабай, что же у нас творится такое в стране?» Поэтому я думаю, что им самим нужна эта графа для того, чтобы была еще одна отдушина, для того, чтобы можно было вскочить в уходящий вагон.